сказали, в боковом контроле человек делает приветку. Я максимально плотно прижимаю его руку к его челюсти. Перехожу рукой под голову. Захватил. Сжались руки. Сделали болевой, ущемление или удушку. Продолжаем движение. Поставили на полную стопу. Переход на колено. Теперь другая нога на стопу идет. Приподнимаем к себе. Этой рукой прижимаем под руку. На себя и в сторону. И вот мы спину забрали. И здесь уже переход. Понятно? Давайте дальше. Один стоит в стойке бойцовской, другой проходит. Он проходит, я встречаю. Локти вниз, загружаюсь. Корпусом контролирую его спину. Шаг. Ухватили ногу и бросок обратно. Переключил. В конце броска отпускаем захват, чтобы удержать его внизу. Понятно?